Iron Films совместно с компаниями «Польское телевидение», «Каватина», «Хардкоп» и «Муви» при финансовом участии Польского института кино представляет фильм Мацея Барчевского «Чемпион из Освенцима», снятый по мотивам реальных событий. Профессия. Мариан Журавский, ротмистр. Имя и профессия. Здислав Печник, плотник. Имя и профессия. Тадеуш Печаковский, спортсмен. Смирно! Снять головные уборы! Хайль Гитлер! Вперед! Вы первые, кого привезли в этот концентрационный лагерь. Завтра утром вы займетесь ремонтом своих бараков. Юноши будут работать в столярной мастерской. Если среди вас есть евреи, то им осталось жить не более 2 недель. Священники будут преданы смерти через месяц, а все остальные через 3 месяца. Вы прекрасно знаете, что мы не проявляем милосердия к врагам Третьего Рейха, коими вы являетесь. Для вас отсюда есть лишь один выход — через дымовую трубу крематория. Вы можете навсегда забыть о своих женах, детях и прочих родственниках. Вы для нас не люди. Юлик! 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 Самый лучший. Можешь мне поверить. Веселее! Что замер? Работай, засранец!
Сюда подойди! Эй, стой! Работайте, польские свиньи! Быстрее! Быстрее! Давай, сказал! Живее! Лечь животом на землю! Теперь перекатывайтесь! Быстрее! Быстрее! Ночью их в два раза меньше. Мы украдем со склада гражданскую одежду, а потом разберем часть ограждения. Я трижды убегал от большевиков. Я от немцев смогу убежать. Во-первых, нужно будет... Что замерли? За работу! Труд освобождает. На живот! Быстрее! Перекатывайтесь! Подъем! Подъем! Работа ждет! Живей, собаки! Я знаю вас. Вы были в Легии. Вас прозвали Тедди, как боксер из Америки. Я видел ваш бой на чемпионате Польши. А что ты еще видел? Победа по очкам должна была быть вашей. Ты не понял, из-за чего я проиграл. Вы были лучшим в Варшаве. Оглянись вокруг. Лиги уже нет, как и Варшавы. Здесь нет лучших. На твоем месте я бы никому не отдавал свою еду. Без нее тебе конец. Ну, а чердак мы, пожалуй, переоборудуем под швейный цех. Найди двух умелых девушек. Руди, моя любовь. Только подумай, мы проведем здесь всю свою жизнь. Поставь его там. Только ничего не испачкай, грязный поляк.
Номер 77 по вашему приказанию прибыл. Альбрехт Дюрер. Ангел, держащий ключ от бездны. Ты что, не понимаешь? Я тебе принес. Вот. Ешь. Смирно! Вы же знаете, как я отношусь к врагам. Увести их. Так точно! Давай! Пошел! Вперед! 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 Убрать их! Следующий! Быстрей! Вперед! Пошел! Яблоко на череп. Надо же, не попал. Яблоко! Природные горцы не боятся гор. На годы я ворота починил. Вильгельм Тель, Шиллер. Откуда ты это знаешь? Отец мне его читал. Обоим по 50 ударов. Пусть прочувствуют силу немецкой поэзии. А потом в штрафную роту. Но, господин рапортфюрер, я уже написал, что расстреляно 5 человек. Пошел! Быстрее! Эй, ты! Да, ты. Давай. Принеси. Помоги ему! Слушаюсь! Ну как, все посчитал? Да. 5 тел по 5 марок. Значит, всего выходит 25 марок. Записывай. Попытка побега. Значит, получается 55 марок. Слушаюсь. Считай. Один. Два. Три. Не дергайся! Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Thank you.
Раздевайтесь! Одежду кладите рядом! Вы получите ее обратно, когда помоетесь. Кроме того, вы получите горячую еду. Вперед! Мам, куда нас ведут? Работайте! Держи тачку. Вставай! Ударь его так сильно, как сможешь. Если он упадет, получишь сардельку. Твоя очередь. Шустрый, а ведь это был только первый раунд. Так, кто следующий? Вот этот. Ну, пойдем. Смотри. Бей первым. Проваливай, бестолочь! Хватит! Я попробую. А ты разжирел. Да он же вор! Погоди. Если он проиграет, делай с ним что хочешь. А если выиграет, я дам ему хлеба. Вы не против? Ладно, деритесь. До первой крови. Да! А вот и ринг. Работайте, сволочи! Попробуй его побить.
Дайте ему хлеба. Хоть кто-то драться умеет. Где боксировал? В Варшаве. Гамбург. Чемпионат. 38-й год. Работайте, живее, засранцы! Работайте, я сказал! Ты куда пошел? Удар, удар, а потом уклон, уклон. И удар, удар. Это было страшно. Я уже думал, что ему конец. Всем достанется. Займёт! Ешь. Или давай. Дай мне, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Там еще осталось? Да. Послушай, можешь еды достать и лекарств. Ты должен это заслужить. Вот так! Номер 77 прибыл. По вашему приказанию прибыл. Видели, что он сделал? Я же вам говорил, он быстро как молния. Если его слегка подкормить, он сможет дать бой лучшим боксерам. Ребятам понравится, я уверен. Он известен как Тедди, а также как благородный боксер. Мастер уклонов из Варшавы. Провел около 100 поединков в легчайшем и полулегком весе. Он дважды был претендентом на титул чемпиона Польши, кто бы мог подумать. В первый раз поединок не состоялся, а во второй раз он проиграл. Если честно, он не выглядит как чемпион. Совершенно верно. По-моему, он больше похож на петуха без перьев. Он и 5 минут на ринге не протянет. Мы легко можем посмотреть, сколько он протянет. Господа, я полагаю, вам известно о том, что на прошедших выходных 6 наших солдат напились, а потом устроили дебош в деревне, расположенной неподалеку отсюда. Может быть, нам следует организовать для них какое-нибудь развлечение, чтобы впредь подобное не повторялось? Можно попробовать. Постарайтесь найти кого-нибудь, кто быстро его вырубит. Надзиратель Макс или заключенный номер 77? Есть. Давай! Уважаемые господа! Бой начинается! Первый раунд! Готов? Да. Готов? Бокс! Давай!
бокс? Давай, Макс. Хочу Теперь будешь работать здесь. Это труд легкий. И голодать не будешь. А насчет лекарств? Иди в лазарет СС. Скажешь, я отправил. Там тебя поставят на ноги. Не дергайся. Если не зашить, будут проблемы. Это Хельче. Хельче, этот господин боксер. Ее родителей нет в живых. Она мне тут помогает. Здорово ты его отделал. Весь лагерь знает. Готово. Спасибо. Мне нужно лекарство. От воспаления легких. Это должно помочь. А ты мне поможешь. Отнеси в лазарет для заключенных. Там это будет нужнее. А, боксер! Молодец! И тогда тело вернется в землю, откуда оно и было взято. А дух вернется к Богу, который дал его. А что, если это был католик? Наш раввин говорил, если можешь, иди молись на полях и лугах, ибо все мы травинки, выросшие из одной земли. Они не очень хорошо выглядят. А ты ожидал другого? Поздравляю. У нас есть только аспирин. И немного бинтов. Мог бы и помочь. Хочешь, чтобы я приносил лекарства? Я сейчас не могу рисковать. На стройке парень протянет максимум пару недель. Мы можем его устроить к сестре Марии в лазарет СС. Она позаботится о нем. Папа! Папа! Да? Можно я тебе кое-что покажу? Угу.
Почему наш Ланс Рейна проиграл чернокожему американцу? Ответ очень простой. Его тренировал еврей. Герхард. Мне показалось, что он вообще не хотел победить. Это был нечестный поединок. И потом, понимаешь, бокс – это спорт простолюдинов. Будешь заниматься верховой ездой. Я тут прочитал, что бокс – это как шахматы, только в 100 раз быстрее. Руди, ступай спать. Эй, ты что тут делаешь? Больным ты не выглядишь. Может, ты хочешь поскорее попасть в загробный мир, а? Я знаю, что ты за человек. Ты будешь из последних сил цепляться за жизнь. Они думают, что ты хочешь боксировать, что ты хочешь выиграть войну с помощью кулаков. Но меня ты не одурачишь. Ты хочешь жить. Да не стоит. Я не хочу, чтобы ты проиграл этот бой в первом раунде. А другие бои? Как их выиграть? Ты должен распознать слабые стороны соперника. Затем постараться занять место в центре ринга. И у тебя должны быть силы, когда настанет самый трудный момент. А если бой будет нечестным? Много лет назад, в Древней Олимпии, в 3-е полнолуние после летнего солнцестояния, Зевс решил устроить игры. Всем участникам полагалось принести клятву перед его статуей, что они будут спать на голой земле, накрывшись звериной шкурой, и плавать в холодных водах. А главный их принцип состоял в том, что у всех участников должны быть равные шансы победить. Уважай своего соперника и уважай себя. Тогда ты сможешь победить по-настоящему.
Привет, моя радость. Мой Фульфи. Чистокровный английский жеребец. На наших воротах есть надпись с очень красивым смыслом. Я думаю, стоит написать что-нибудь не менее красивое над входом в конюшню. Например, рай земной человек обретает на спине лошадиной. Я заметил, что ты уже не такой тощий, как был. Ты стал чуть более упитанным. Ешь на здоровье. В конце концов, ты ведь тот, кто нас развлекает. Но когда ты нам наскучишь, ты должен будешь проиграть поединок, как подлинный поляк. Поражение в крови у поляков. Не так ли? Хайль Гитлер. Пойдет. Отлично. Вперед! Живей, живей! Бокс! Руди? Руди! 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 Что с тобой? Анна! Мне очень жаль, но у меня нет хороших новостей. У него тиф. Этого не может быть. Он ведь не был... Он очень редко покидал дом. Вы уж простите за вопрос. Ваш сын случайно не контактировал с кем-то из заключенных? Или, может, трогал какие-то вещи из лагеря? Нет. Герр доктор. И что будем делать? Надежда есть? Боюсь, я не могу вас обнадежить. Мы можем лишь начать лечение и наблюдать.
что ты тут делаешь? Сигарета есть? На, держи. Отец говорил, что до рождения каждый человек был ангелом. Мы падаем на землю с небес. Только лучшие из нас вернутся назад. Где сейчас твой отец? Видишь звезду? Вон там. Уверен, он сейчас смотрит вниз и гордится тобой. Пожалуй, мне больше не стоит боксировать. Ведь здесь это не спорт. Теперь это не ваши бои. Вы сражаетесь за нас. Раздевайтесь! Одежду кладите рядом. Вы получите ее обратно, когда помоетесь. Вдобавок, вас ждет горячий ужин. Вперед! Снимайте одежду!
Господин офицер! Она пыталась пронести еду для поляков. Стоять! Раздевайся! Иначе я тебя сейчас застрелю, как собаку! Раздевайся! Быстрее! У нас ведь времени в обрез, да, ребята? Они убили Хельти. Нет. Они ее не убили. Она не умрет, пока ты будешь о ней помнить, поверь мне. Она будет жить вот тут. И тут. Ладно, беги в лазарет, пока тебя не хватились. Сестра? Да. А противостолбнечный укол? Конечно, сейчас. Я сделаю. Я вижу, у вас появился юный ассистент, любитель немецкой поэзии. Подойди. Ну, привет, маленький помощник медсестры. Пожалуйста, передайте шприц мальчику. Его следует втыкать под верным углом. Сюда. Нет, здесь вена. Так ты меня убьешь. Как тебя зовут? Янек. Хочешь меня убить, да? Ты в Бога веришь? Я убил много людей. Если Бог есть, почему Он это допускает? Я сегодня мог умереть. Однако я все еще жив. Так может быть, Он так задумал. Он так хотел. Он лишает нас самого дорогого и заставляет нас жить дальше. Вас не заставляют. Что? У
Вас не заставляют убивать. Это бывший чемпион Германии. Он известен как молоток. Может убить одним ударом. Ни мне, ни тебе не по силам его победить. Идем, сделаем еще кружок. Ну что, почувствовали силу немецкого кулака? Я тебя правильно понял? Хочешь подраться с нашим чемпионом? То есть с молотком? Понимаешь, немцы не пачкают руки о поляков. Я должен победить. И я одержу победу. Об этом никто не узнает. И ты хочешь, чтобы я освободил мальчишку по имени Янек? А если я этого не сделаю? Я откажусь боксировать. А почему ты вообще считаешь, что я могу это устроить? Вам все по силам, герр комендант. Что ж, так и быть. Увидите его. Да. Вы правы в том, что нашим ребятам нравится наблюдать за его поединками, однако его победы воодушевляют заключенных и усиливают их волю к сопротивлению. Может, нам следует повесить его сегодня вечером? Как вы думаете? Пожалуй, не стоит делать из него мученика. Какой в этом смысл? Я думаю, что следует подобрать боксера, который его заменит. Причем побыстрее, ведь скоро приедут гости из Ноингама. Заключенный номер 77 получит то, что он хочет. Поединок произойдет сегодня вечером. Причем у всех на глазах. Пусть заключенный это увидит. Вы уверены? Этот поляк еще никому не проигрывал. Вы знаете, что много лет назад снег в таких штуках делали из толченых кусочков человеческих костей? Позаботьтесь о том, чтобы наш чистокровный жеребец победил. Стройся! Внимание, внимание! Господа, сегодня вас ждет поистине потрясающая сенсация! Поединок за титул чемпиона Освенцима! Непобедимый боец номер 77 против несокрушимого молотка! Янек не видел? Нет. Покажите красивый бой. Пусть победит лучший. Готов? Готов? Бокс! Боковым! Давай!
Все нормально? Порядок. Бокс! Молодец. Тедди! Вот, попей. Пей, польская свинья! Второй раунд! Бокс! Нет, только не с ним. Я отказываюсь. Что ж, тогда мы его пристрелим. Точнее, вас обоих. Нет, только не с ним. Стреляйте. Ударь меня, Янечка. Ударь меня. Ударь меня. Ударь меня скорее. Делай, что говорят. Огонь! Янек! Yeah.
Отсюда ты сможешь любоваться чудным видом, приятель. Ты здесь. Вот так. Порядок. Ну вот. Вот он наш победитель. Чемпион. Вот черт. Все, вставай. Пора работать.
И я очень рад приветствовать в лагере Освенцим дорогих гостей из Ноенгамы. Специально для вас мы организовали потрясающий поединок. Чемпион по прозвищу Молоток против заключенного номер 925. Начинаем раунд первый. Давайте. Бокс. Бей его, Молоток. Он продержится не больше двух минут. Давай, Молоток, шустрее. Ну? Мне кажется, моя тупая. Да, ему точно конец. Один, два, три, четыре. Наша ставка сыграет. Молоток его победит. Я знаю, кто он. Это ведь Тедди. Я судил его поединок перед войной. Это определенно будет интересно. Дорогие господа, давайте сделаем ставки. До скорой встречи. Ставлю все на Тедди. Покажи класс, Тедди. Давай, боец. Бокс. Посмотрим. Давай, Молоток. Тедди, не лезь по ногам. Скрепь ему шею. Тедди, берегись его. Тедди, мы с тобой. Давай. Я на тебя поставлю. Ну что? Отлично, посмотри на него. Да, еще. Потрясающе. Концентрационного лагеря Освенцим номер 77! Да! Да!
Переведи его к нам. Пожалуйста. В последнее время я каждую ночь вижу один и тот же сон. Я нахожусь в пустом темном доме, на стенах которого висят сотни портретов людей, чьи лица обезображены страхом и ненавистью. А когда я пытаюсь снять один из них, то понимаю, что это окно, а не портрет. Скажи мне, боксер, каково быть чемпионом? Я же не чемпион. Пока не чемпион. Наш гость, комендант Найенгамме, попросил перевести тебя в его лагерь. Теперь ты будешь драться там. Ты покидаешь Освенцим. Это принадлежало человеку, который понимал твой спорт гораздо лучше меня. Скажи, когда все это закончится, куда ты пойдешь? Искать свой новый дом. А ты знаешь, кем ты будешь, когда найдешь свой новый дом? Этого не знает никто. Я уверен лишь в одном. Я всегда знал, кем я хотел бы быть. После перевода из Освенцима Тадеуш Петшаковский по прозвищу Тедди продолжил участвовать в боксерских поединках в других концлагерях. После освобождения союзными войсками он вернулся в Польшу и воплотил в жизнь свою мечту. Автор, сценарий и режиссер Маций Барчевский. Оператор Витольд Плуценик. Композитор Бартош Хайдецкий.
В главной роли Петр Гловацкий. В фильме снимались Ян Шедловский, Гжега Шмалецкий, Марчин Босок, Марцин Чарник, Марек Каспшик, Петр Витковский, Мариан Дзензель, Рафал Заверуха, Камиль Шептыцкий, Марианна Павлыш и другие. Фильм дублирован компанией Kimball Production в 2021 году.